Всем привет, с вами Светлана Ата, и сегодня мы с вами будем готовить горошек зеленый, свежий, по-турецки. Для этого вам понадобится сам горошек, две картошки, две моркови, перец, долька чеснока, луковица и столовая ложка пасты. Также кимьон, тимьян называется, и красный перец, а также соль. Ну что, приступаем? Все овощи я мелко нарезала. И сейчас приступаем к готовке. Для начала разогретую сковородку наливаем жир. Можно использовать и оливковое масло, но я подсолнечное масло использую в таком количестве. Отправляю туда лук с чесноком. Жарю, постоянно помешивая. Затем добавляю перец и продолжаю помешивать. Ну, а сейчас мы добавляем картошку. Продолжаем помешивать и жарить. Через 5 минут добавляем морковь. Все перемешиваем. Хочу заметить, что все это я жарила сейчас на большом огне, потому что постоянно помешивала. Все перемешиваем, друзья мои. И в это время добавляем пасту томатную. Все тщательно перемешиваем. Томатная паста растворится, как только мы добавим воду. Такая красота получается. Немножко прожарив и пережарив овощи с томатной пастой, пришло время добавлять горошек базилье по-турецки. Все перемешиваем, солим. Я беру крупную соль для обеда, ну, буквально пол ложки. Потом посмотрим, добавим по вкусу, если что. Сейчас можно добавить чуть-чуть пул-бибер, молотый перец. И сейчас, мои хорошие, доливаем воду. Это все у меня сейчас на большом огне. Буквально хватит, наверное, пол-литра вышло. Как только закипит, делаем слабый огонь и закрываем крышкой. И варим полчаса. Кстати, можно добавить чуть-чуть мяты. А также можно сейчас добавить тимьян.